закрывали, и можно было приступать, в общем-то, к работе. Вот здесь у нас есть поддувало, что не давало возможности углю постоянно находиться в состоянии горячем. Вот здесь вот еще сзади есть поддувало. И, соответственно, использовать. Ну, как использовать, я вам не буду рассказывать, потому что это уже не интересно, это слишком просто. Вот, самое интересное, это вот такие вот подставочки. Это тоже, в общем-то, можно назвать излишеством большим, потому что утюг можно было ставить на какой-нибудь кирпич, на камень, ну и на любую поверхность, которая, в общем-то, не сгорела бы, да? А здесь мы с вами видим очень подставку интересную, ажурную подставку, наверное, тоже демидовскую. Их заводы отливали вот такие вот интересные подставки, и не каждый мог себе позволить такую роскошь иметь. Ну, вот кто-то позволил. А этот вот утюг, здесь у нас просто дымоудаление было сделано вот таким способом, в сторону. Понимаете, а принцип действия утюга тот же самый. Тот же самый мы сюда, в общем-то, накладывали угли и им пользовались. Ну, утюгов огромное вообще количество разных модификаций. Если вы где-нибудь посмотрите у себя, там у бабушек где-нибудь в сараях, там в сенцах или где, то вы, скорее всего, найдете утюг просто такой толстый, металлический, которым не надо было засыпать уголь, его просто ставили на горелку, он нагревался, потому что он толстый, и уже им гладили. Поэтому вот такого рода утюги использовались. Следующие наши предметы, два интересных, вот смотрите, чайники. Это интересно тем, что здесь есть клейма купцов, которые делали вот эти чайники. Видите, как раз у нас распространение чая было и до Петра, но самое большое распространение чая во времена, в эпоху Петра. И кофе начали продавать в лавках, и чай, и вот нужны были всевозможные чайники. Вот этот вот заварочный чайник, он небольшой, да? А вот этот большой чайник, вот этот военный чайник, Первая мировая война, любые конфликты военные,